Это этюдник мне тоже подарил один товарищ. А как это приспособление называется? Этюдник. Этюдник? Это называется этюдник, да. Ну это сейчас я его пока просто разбираю, потом его надо... На тютюрник. Чего-чего? А для чего? Этюдник. Для того, чтобы ходить на этюды. Этюд это такое... У художников есть такое понятие, когда он очень быстро должен схватить какое-то впечатление. То есть вот задача художника не просто нарисовать картину, а выдать в мир вот этот вот кайф. То есть человек пришел там после работы уставший, он погрузился в пространство картины, загулял туда, все равно, что погулял по лесу. Вот, то есть и если художника в голове нету ненужных мыслей, он, в общем-то, достаточно правдиво может передать состояние леса. Если у художника нет ничего в голове, то он может что-то передать. Да. Поэтому очень важно находиться... Сейчас я его буду подкрывать. Давно ты... И давно ты этой херней страдаешь? Да. Его можно, я думаю, в землю воткнуть, чтобы он... Сейчас он сам воткнется по своим собственным лицам. Маленький столик для красок. Очень важный момент.